О других событиях узнаете далее. BTS полным составом уходят в армию. Артисты все-таки пройдут обязательную службу в Корее. Информацию подтвердил лейбл группы. Известно, что первым в воинские ряды отправится самый старший из участников бойбенда Джин. Это произойдет уже в конце октября. Остальные айдолы пойдут на службу в ближайшие 3 года. На сцену в полном составе BTS вернутся только в 2025 году.